В адрес этого дуэта. 19 лет еще раз партнерши, 20 лет партнеру, так что... Тренируется в Канаде. Но он канадец вообще по паспорту, он даже не сменил паспорт. У него нет японского паспорта. У Мервина Трана. То есть на Олимпиаде в Сочи он кататься не будет. Если не поменяет. Да-да, он не планирует. Ошибка со мной еще. Тройной сальхов, падение. Они недавно совсем перешли из юниорского катания во взрослое. Этот переход практически всегда болезненный. Смотрите, какая красивая подкрутка у них. Двойная, скорее всего, будет ретронер. Двойная высокая подкрутка. Что ж такое, сегодня тройной сальховский выброс. Ребята волнуются. Очень волнуются. Красивое исполнение. Тройной тулуп в комбинации с двойным тулупом. Ошибочками исполнены все элементики. Видно, что волнуются ребята. Этот переход из юниоров во взрослые, конечно, не всегда гладкий. Я уверен, что у них есть для этого еще время. У них есть свои фирменные элементы, как эта поддержка. И нужно отметить, что, конечно, катание, именно скольжение пары очень хорошего уровня. Тройной тулуповский выброс. Аккуратно сделан. Но защита. Красивые позиции партнерши в воздухе. И поддержка у Ласса. Четвертый уровень сложности. Пусть на одной руке. Вторая часть программы была увереннее, чем первая. Ну, заметно. Вначале было, конечно, волнение. Наделали много ошибок спортсмены. Но опять же хочу отметить, что пошли на всю сложность. Не стали снимать сложность программы. Очень много японских.